На промбазе Ленинского района погиб рабочий. По неизвестной пока причине там обрушился кран. 38-летний крановщик выпал из кабины. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Предприятие на улице Марии Цукановой – это Ленинский район. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники полиции. Местные жители рассказали, база там существует уже около 10 лет. Там организована приемка металлолома. Проход на ее территории сейчас закрыт. О результатах проверки следователи сообщат позднее.